Welcome to consciousness. С возвращением сознания, друг мой. Хотя ты насладишься им недолго. Мы неплохо поладили сначала. Но ты сделал неверный поворот в этой истории, не так ли? Ты все еще этого не понял? Я использовал тебя, Итан Томас. Я следил за тобой, шел за тобой и использовал тебя, чтобы найти серийных убийц, которых ты сам так отчаянно искал, а потом убивал их. Да, должен признать, я немного драматичен. Убивал их тем же способом, каким они убивали своих жертв. Весело, знаешь ли. Я хорошо справился. Конечно, ты вылетел из бюро, но некоторые вещи неизбежны. Конечно, больше тебе никто не поможет, но это не причина, чтобы выбрать этот путь. Как предпочитаешь умереть? Мне не очень нравятся методы палача. Слишком рискованно. Возможно, лучше чиркнуть по горлу, как делал дорожный резник. Быстро и тихо. Или лучше сделать, как дробитель костей, аккуратно вскрыть тело, удалить внутренние органы и позволить полиции их найти. О, да, я знаю о нем. Ты был так близок к нему. Я нашел его первым. А может, будет лучше, если ты лишишься пальца, как купельник? Скорей, ты должен найти и уничтожить это. Оно является причиной всех безумств. Давай, убей это. Что это? Продолжай погоню и уничтожь источник всех этих безумств. Что это? Что убить? Я говорил, что здесь что-то нечисто. Оказывается, наш убийца Икс — это племянник этого старичка седого. Так, птичка. И что он сказал убить? Ту тварь, которая лазила там наверху, с которой я сражался уже. Вон ту тварь, да, вон ту. Ниндзя. Так. Что у нас? Тут просто, да? Сооруженица такое. Здесь у нас... А здесь у нас тоже ничего. Ну, я думаю, что, чтобы сразиться с той тварью, надо... Ух ты. Чтобы сразиться с той тварью, нужно какое-нибудь помощнее оружие, чем палочка горящая. Так. Там еще бегает кто-то. Или на реке, или... Безумцы какие-то. Тихо. Раскричались там. Воу. Получи. На, еще раз распишись. Ух ты, рано я нажал на блок. Да что ты? Ух ты. Тварь. Ты где? Ну, давай же, отрез. Да что ты? Какой-то ты вообще реально дерзкий. И причем еще...
Причем еще живучий. Да получи ты уже. Когда ж ты сдохнешь-то? Ну, наконец-то. Это жесть. Если они все такие будут, я буду просто в шоке. Ну, хоть аптечки. Отлично. Ну, это тоже нифига не люди. Они какие-то обгоревшие все какие-то. Неприятно аж на них смотреть. Так. Вон там. Еще одна жертва двигается. По периметру там отбегает. Еще эти ползучие тварюги. Ух ты, сколько вас тут. Какие-то они вообще резвые стали. Так, 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 стопэ. Да что ты блок-то не ставишь, а? О, жесть. Ну давай. Самое обидное то, что у нас нет этого электрошокера. Вообще жесть какая-то. Начала твориться тут. Просто вынесли все жизни мне. Если так и дальше будет продолжаться, это не есть хорошо. Да ну нафиг. А если... встречу с той тварью, так это вообще я боюсь, что представить, что будет просто. О, ружье, аптечка. Блин, вот это ништяк, а? Опа, и фонарика нет. Что-то загорелось. Или это дом загорелся. Ух ты. Опять бегут. Ну, сейчас я ружью на них, на обоих. И страчу, наверное. Да, еще и не... Еще и... Да что ты? На всех и не хватило, блин. Тащи. Так, так, так. Дай-ка я пробегу, потом падай. Вывалился, блин. Да что ты мне поставил блок? Тварь, а?
Ну что, давай. Жирный. Повторим. Да чтоб тебе. Почему я промазываю? Я вроде... Да сдохни ты уже. Сколько можно-то? Причем я нажимаю на блок, и он как-то через раз ставит его. Либо когда ставит, все равно его пробивает. Да нафиг. Хоть этих можно с одного удара вынести. Это и то радует. Так, еще аптечки. А, вон эта тварь. Че за горелка? Да. Да что за фигня? Да сколько у вас тут? Ребята. Просто какой-то отстой. О, нет. Что мне с тобой сражаться? Ниндзя. Ё-моё. Помогат. Помогат. Ну-ка. Я надеюсь, ты будешь таким же недолгим, как я с тобой в прошлый раз сражался. Просто. Ну давай. Я готов тебе сломать челюсть. Ух ты, тварь, а. Да неужели? Дай мне свою палочку. Фу. Так, а я его завалил, да? И что теперь? Блин, фонарика нету, нифига. Нифига не вижу. Подбежим к горелке. О, ну-ка, у меня есть супер... Да как ты посмел? Супер палка. Иди сюда. Куда побежал? Застал сразу, да, блин? Ты меня со спины вырубил, я вообще не врубился. Засранцы, они нечестно играют. Либо со спины подходят. Ого. Сдохни ты уже. Сколько можно? Или друг друга побейте. Молодец. Молодец. Я тебе еще сейчас... Молодец. Вот просто... Да что ты? На тебе еще. А когда ж ты сдохнешь-то? Отлично. Киш, вы все-таки мощные-то, блин. Так, 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 мне аптечка нужна. Причем срочно. Ну и в придачу к аптечке еще автомат бы не помешал.
Так, 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 так. Ах ты тварь, ты еще живая, да? О, вот это уже слишком, а? Это уже реально слишком. О. О. Разработчики, я вас люблю. Так, сколько патронов? 6. Да что тебя, а? Сколько? 9. Здесь сколько? Дай. Сколько здесь патронов? 7. Возьмем где 9. Так, снова горелка. И здание. Я так предполагаю, что весь трэш будет происходить в здании. Офигеть, им даже по 3 выстрела надо. Чё так, теплица разломанная. Автомат. Автомат. Так, тихо. Чё там зашуршал? Он в дом побежал. Автомат, это... Это просто, еще и целая обойма. Разработчики, я вас очень люблю. Так. Молодец, сдох. Еще один. Просто 20 патронов на двоих. Просто по 10 патронов на харю. Блин. Черт. Где там еще одно ружье? Ружье. Ну давай ты. Беги. Ай-яй-яй-яй. Давай-давай-давай. Пипец, они просто. Либо их не осало останавливает пули просто. Сколько? 2 патрона. Так, ну хоть аптечки не истратить. О, еще один автомат. Да ну нафиг, как я тебя не увидел-то. Че ты ружье так положил аккуратно? Но у меня есть автомат, теперь можно идти в дом. Сейчас мы тебя. Ну-ка, ну-ка. Просто. Огнестрел решает. Так что... Если у меня есть автомат, на меня лучше не нападать. Так, как в дом попасть? Еще есть секретик. А когда мы успели еще одно взять, что-то я уже забыл. Ну,
Да ладно. А где мой автомат? Да жесть. Какой-то другой, да? Так, так, куда побежал? О, нет, опять толстяк. Сейчас я тебе этой дубинкой почки-то отобью. Ну-ка, ну-ка, не замахивайся на меня. На тебе еще раз. Сдохнешь ты наконец или нет? Молодец. На тебе. С ноги. Так, аптечки. Сейчас. Ух ты! Да ладно, еще и с топором. Этот чувак с топором-то где? Где? Ух ты! Ах ты! Попал! Отлично! Еще, еще! Во-во-во-во! Вообще просто такой трешняк, а. Вечеринка. А-а-а, нет. Так, так, так. Ты мелочь куда-то свалил. Отлично. Толстяк. Ух ты. Случайно, блин, взял тогда доску эту. Стоит такой, типа. Засранец убежал. Иди сюда. Че ты ссышь-то? Падай ты уже, падай! Аптечки, аптечки. О, босяра пришел. Лучи. Главный ниндзя. Как тебя еще назвать? Ух ты! Давай, давай, давай. Заканчиваем махаться. Блин, у тебя дубиночка такая крутая, слышь. Прям как меч самурайский. Че там вырвать плечо было написано? Больно, да? Больно. Сразу свалил, а? Еще бежит. Ты. Пузятина маленькая. Вообще трешак был. Просто. Вон еще аптечки. Так. Что у нас здесь? Пистолета нету. Топор. Лопата. Нет, извиняйте. Я с дубиночкой похожу. Руки такие на потолке. Ну что, второй раунд?
Как тебя... Оп. Как тебя это? А так? Лучи. Ух ты, как смачно там не заехало. Больно, да? Еще она. Так, 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 так. Что там? Вырвать хребет? Вставай, давай, вставай. Течку использовать надо. Еще третий раунд. Правда, как мы здесь оказались, я вот не могу понять. О, ты прыгать начал. Ух ты. Лучи. Да чтоб тебя. Ух ты, ты еще как умеешь, а? Сальто-мортали. Да что ты. Хватит защищаться, дай мне тебе по морде ударить. Еще разок. Тебе сейчас уделаю, тебе повезло просто. Понимаешь, что тебе везет, да? Контратаку мне тут устроил. Еще и блоки ставит, а? Давай, падай ты на колени, я тебе еще что-нибудь вырву. О! Блин, я просрал момент. Еще она. Вырвать челюсть. Малком! Майкл! Малком! Майкл! Я не смогу вернуться назад, так? Нет, не в бюро, не к твоей прежней жизни. Томас, ты посмотрел лицо ненависти, лицо злу. Знай, эта ненависть сидит и в твоей душе. Как ни печально, она везде. Укротить свой страх и контролировать ненависть — это, пожалуй, самая сложная задача. Хорошо, но, по крайней мере, все кончилось. Оно мертво, и убийства прекратятся. Останови машину. Нет, нет, ты все еще не понимаешь. Он делал ужасные вещи, несмотря на то, что его жертвы сами были убийцами. Но он не может за себя отвечать. Он не в своем уме. Он... Останови эту чертову машину сейчас же. Открой багажник. Томас, не надо. Он был хорошим парнем.
Мы все были хорошими людьми. Мы могли сопротивляться, большинство из нас. Мой племянник не так силен. Он всего лишь жертва. Его сломило безумие. Мы сражались, чтобы спасти его, и я намерен сражаться дальше. Мне без разницы, в своем уме этот больной ублюдок или нет. Подумай над тем, что делаешь. Вы оба имеете шанс на искупление. Искупление? Послушай, старик, ты использовал меня так же, как это делал он. Ты использовал меня, чтобы спасти своего драгоценного племянника, серийного убийцу. Ты не лучше, чем он. Как это все закончится? Страдание или месть? У вас 5 секунд. Окей. Ну давайте. Сострадание пускай будет. О, да ну нафиг вот это поворот. Ты знаешь, как произвести впечатление на даму, Томас? Людям в этом городе лучше держаться порознь. Что тебя беспокоит? С меня сняли обвинение в убийстве, но это заставило меня задуматься. Похоже, все просто. Я не знаю, кому доверять. Ага, это тяжело. Парень, ты дерьмо выглядишь. Да, бывало лучше. Ты сказала, что нашла что-то интересное. Да, очень странно. Похоже, за всем этим стоит культ. Думаю, они как-то связаны с убийствами серийных убийц, которыми занимался твой отдел. Культ? Человек, ответственный за это, был Лиланд Ванхорн. Да, я знаю. Он манипулировал тобой и нами, но посмотри, как он кончил. Лиланда Ванхорна не привлёшь к суду. Он... Послушай, я объяснил это в отчете, который писал для бюро. Но осталось много вопросов, Томас. Вот почему я здесь. Может, нам будет лучше почувствовать все это, если будет найдено немного больше. Ты проделал невероятную работу, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию. Во всяком случае, результаты, полученные от древних экстремистских групп, которым больше 200 лет, запоздали, и в городе большая криминальная активность. Ты знаешь что-нибудь об этом? Кто эти люди? Кто вступал с ними в контакт? Роза, я могу тебе доверять? Конечно, ты можешь мне доверять, Томас. Мы вместе через столько прошли. Слушай, я понятия не имею, что все это значит. Что-то странное, что-то необъяснимое произошло во время расследования, но по правде на твой вопрос я не могу ответить на него. Мне жаль, Роза. Мне тоже жаль, Томас. Действительно жаль. Береги себя. Ну вот, друзья, и все. Такой жесткий конец. Причем там был выбор. Либо застрелить Лиланда, либо помиловать. Мы оставили помиловать. Ну а следующую концовку просто я добавлю потом в бонус видео какое-нибудь. Вот. Как обычно. Ну, что я могу сказать? Кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Делимся этим видео с друзьями. Вот. Ну, я со всеми прощаюсь. Увидимся в следующих прохождениях. Всем хардкора и всем пока.